Доброго всем времени суток, мы продолжаем играть в Субнотику. Так, я, пожалуй, себе хочу компас. Так, я кормленный, все хорошо. Компас я хочу, у меня ничего нет, потому что я все выложил только что. А нужен медный провод и комплект проводов. Так, медный провод 2 меди, а комплект проводов 2 серебра. Что-то, по-моему, в пролете, мне так кажется. А, две меди. Хрена мне, а не меди. А где я такое нашел? Ну, не знаю. Ну, ладно. Мне, кстати, неплохо бы посетить теперь Аврору. Опять золото, блин. Сделать резак и посетить Аврору. Но я этого проделать не могу. Потому что я хочу это проделать на стрим. Поэтому в этой серии я так починю базу, пособираю ресурсы. Вот, да, нету ни хрена. Ладно. То есть ни меди мне, ни серебра. Ну что ж, что я могу сказать? Поплыли. Кстати, мне и свинца было бы еще неплохо. А я пока не пользуюсь комнатой сканирования так прям активно. Но буду. В частности, добыть дабы зуб сталкера. Очень удобно с ее помощью искать. И там вот у нас еще висит. А нет, просто радиомаяк. Где-то я вешал радиомаяк, вот он. Вообще надо их переобозвать. Висят, понимаешь? Не пойми как. Ладно. Металломчик, пошли со мной. А то я скоро тут буду комнаты сканировать. Ты будешь мне мешаться всячески. Серебро. Отлично. Очень хороший тут биом. А мне, правда, говорили, что я зря в нем обосновался, что надо было несколько правее обосноваться. Вот там где-то. А вот, ну, не знаю, мне тут нравится. Так вот, я что-то тут вокруг все, по-моему, собрал. Так, а вон что-то висит. А вон медяшка. Ну, если не золото. Я пока плаваю не в ребризере, а в радиационном скафандре в этом. Ну, это потому что... Мне еще предстоит последний рейс на Аврору. Я не знаю. Да ладно тебе, 100 метров. Вот. После рейса на Аврору я уже тогда буду отказываться от свинцового этого костюмчика. Так, я успею, не успею. А ладно, погнали. И уже буду плавать с ребризером, и будет мне хорошо. Так, темнело. Не люблю ночь тут. Ночью плохо. Кстати, вот тут плавают рыбы все эти больные на голову. Надо бы их отсканировать. Может быть, моего заражения поможет медяшка. Отлично. И на каком-то из этих торчало прямо на краю вон она. Я как всплывал, видел. Свинец. Свинец шикарно. Свинец нужен. Нету. Так, обломки. Так, как бы у него тут заразу отсканировать, а? Реджинальд. Нет, он не зеленый. Мне надо зеленую зараженную отсканить. Вот и лопаточник. Давай, сканируйся. Лопаточник, нифига. Рыба, кто из вас зараженный вообще? Я бы хотел поймать. Иди сюда, лопаточник, едой будешь. Не понял. А, все, схватил, отлично. Вот там еще водяная рыбка была. Нет, не водяная, мне кажется. Блин, я все хочу. Не то, чтобы я жадный, но... Ай, кусачая эта дрянь. Кстати, кусачая дрянь. Блин, нет, она слишком шустрая.
Самое главное, меня сожрать не хочет. Да я даже готов, чтобы меня укусило. Да я отсканирую. Ну, что-то ощущение, чем я больше отсканирую, тем мне проще будет. Да, извиняй. Меня на поверхность. И сейчас заодно посмотрим, что ты насобирал. Так. Что, золото, свинец. И всего одна медяшка. Окей. Ой, какая там плавает. У меня такая, по-моему, не отсканена. А, нет, отсканена. И такая отсканена. Это вообще плавучий остров этот. Чего я сканю, да? Вот, зараженная рыба. Или мне кажется, что она зараженная. Просто зеленая. Ладно. Так. Радиомаяк. Надо меди. Надо много меди. Свинец. Тоже хорошо. Вообще, может быть, стоило бы за ресурсами, так где-нибудь за кадром поплавать. Так, я его отсканил. Заразу такую. Но ночью я никуда не хочу плыть. Ночью. Ночь не для этого. А, что упал-то? Медяшка, отлично. Сколько у меня медяшки? Ну вот, уже две медяшки, отлично. На медный провод хватит. А, я уже, правда, забыл, что там мне нужно. Вот рыба, ты же зараженная рыба. Точно зараженная. Ты мне нужна? Где она? А, вон она. Вот она. Бумеранг. Ты сканенный бумеранг? Нет, не сканенный. На самом деле я много чего не отсканил тут. И плюс еще я в сообщениях многие сообщения не читал, а вместе с тем с их прочтением появляются новые точки. Так, сейчас еще чуть-чуть поохотимся за добычей, за ресурсами. И пойдем на базу, пролистаем сообщения, возможно, откроются точки, скрафтим. Что там собирался? Акула, иди отсюда, ты мне не нужна. И надо будет двигаться дальше. Так. Титан, титан не нужен. Не, ну все нужно, конечно. Медяшка, я думаю, да? Вот жалко, не пишет никуда, да? Титан. Ну, вернее, не всегда успеваю прочитать, что я схватил. Серебро, по-моему. Серебро мне нужно, точно. Я тут хочу рыбу просканировать вот ту, а тут схватить. Так, есть. А вот тут просканировать. Да давай, не тормози. Давай, 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 давай. Что там, половина, да, есть скана? Где она? Где эта красотка? Вот она. Трусоватый скат. Естественно, трусоватый. Бегает с меня, как не знаю кто. Так, ладно. Так, сейчас у меня воздух кончится. Нет, еще не кончается. Водички надо добыть. И еще один пузырь я видел. Пузырик-то где? О, их тут много. Нет, это не пузырики. Блин, я на этих розовых рыб отвлекаюсь. Мне кажется, что это пузырики. Так, мне надо серебро. Да ладно, я на мелком. Что прям пугаешь-то. Чтобы многое построить, ай, надо много ресурсов. Серебра мне надо, по-моему... Ну, серебра навалом. Медяшки, ну, тоже так есть. Ну что, плывем-то на базу. Так, вот тут какие-то обломки, давайте поглядим. Было тут, не было? Мне кажется, был. Или не был. Кофейный торговый автомат? Вы шутите.
Ладно. А я буду кофе сам себе продавать или как? Так, что такое? Блин. Ну ладно. Это за мной метнулась взрывающаяся дрянь, вон он там сидит. Фрагмент морского глайдера. Ну давай, иди сюда, мой титан. Тут ничего. Странно. Вот шкафчик вроде открыт. То есть я как будто тут был. Ладно. Так, сера. Пещерная. А что тут не в пещере, в пещерной сера? Это не деталь? Что-нибудь хорошее? А вон там еще один. Блин, их тут два было. Они что, два на меня напали? Вот зараза. Так, это не металлолом, это не металлолом. Пока кислород не кончился, надо с одного захода тут все отбежать. Убедиться, что ничего мне от них больше не надо. Так, я тебя не сканил. Отсканил. По трубе проплывем. В ней бывают интересные вещи. Труба у меня посканена. Отлично. Рыбка. Пузырик. Ушел пузырик. Ладно. Вон пузырик. Да я... Да эти пузыря поймаю. Да что такое? Почему я его не могу поймать? Потому что у меня инвентарь полон. Все, я понял. На поверхность. Плыву, плыву, плыву. Я уже к Авроре уплыл. Ладно. К базе теперь. База. Нет, маяк. Капсула с трупом. Вон там база. И вон там база. А, это мою камеру утащили. Это мерзкие сталкеры уперли камеру от старой базы. Вот моя база. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Просто очень хочется компас, ну прям очень. Окей. Для компас нужен провод и кусок провода. Так. Ну ладно. Титан. Титан. Это я все обломки разбираю. Все. Провод. И комплект проводов. Вот сюда, по-моему, да. Да, у меня есть компас. Давно пора. Отлично. Что я еще хотел? Еще я хотел... лазерный резак. Два алмаза. Да как нифига делать. Их есть у меня. Так. Порядок, да, порядок я еще не наводил здесь. Согласен. Гадюшник, согласен. Так, два алмаза. Так, а там батарейка-то какая была? Может, там была севшая батарейка? Я бы ее использовал. Да, заряд ноль. Мы хорошую выложим, а севшую возьмем. Так, лазерный резак. Берем. Вот, теперь нам есть чем идти на Аврору. Давайте, еды, воды. А еды? Я не хочу делать соленую рыбу. Она, конечно, портится меньше, не в пример. Так, употребить. Ням, еще одну можно делать спокойно. Употребить. Употребить. Так, делаем еще. То есть мы смело можем две рыбы делать, да? Они в меня как бы влезут. Так, ладно. Далее. Не здесь. И не здесь. А где я делал антисептик? Вот он. Образец коралловой трубы. Это отложение соли. Угу. Отложение соли у нас два штука. Значит, надо два образца коралловой трубы. Кстати, надо отколоть. Ага, нету. Ну ладно, облом. Порядок надо наводить, порядок. Ладно, все выкладываем, выкладываем. Ну, почти все.
Большую часть выкладываем. Выкладываем, выкладываем. Так, отлично. Рыбу едим. Вот как-то так. Резак сюда, если это резак. Да, это ремонтный инструмент, нормально. Батареечку берем, пригодится. Ха, и взял ноль. Отлично, берем полную. Да. Так. Давайте сплаваем. Я, конечно, могу через комнату сканирования задать поиск какого-нибудь зуба сталкера. Он здесь наверняка есть. Металлоломы, обломки, все есть. Рифоспин, свинец, серебряный. Да, слушайте, свинец я могу так найти? Фрагмент. Ящик с данными даже могу изыскать. Так, такой момент. Нет, не здесь. Чип, скафандр. Чтобы я мог видеть. Магнетит. Так. Ты можешь быть настроен на магнетит? Мне кажется, он далеко где-то магнетит. Он не добьет. Окей. Давайте настроим его на ящик с данными. А вон где ящик с данными. Обалдеть. Поскольку у меня нету чипа, который меня с ним дружит, мы сделаем вот так. Мы возьмем камеру. Вот ящик с данными поплыли. А потом я наведусь на камеру. А если моего дрона не сожрут эти мерзкие сталкеры. Они обожают хватать, что надо и что не надо. Ну, видели, куда они утащили дрона от первой моей базы. Вот так вот, да, шестая капсула. Тут висит ящик с данными. Окей. Теперь мы отключаемся. И бежим. Так. И вот там камера 2. Так, у меня ничего нету интересного. Тут я вроде все обшарил, да? Так, воздух пока есть, все хорошо. Да, тут такая бесполезная штука. Ага, бешеная акула, нафиг иди. Металлолом, идем со мной. Так, там стреляет этот гадявра, ладно. А вот еще одна стреляющая, но она по мне не попадет, потому что я тут не задерживаюсь. Так, надеюсь, я подобрал. Так. И вот шестая капсула, я почему-то не стал забирать у нее ящик с данными. Я точно возле нее был. Кислорода, да. Взять свинец, я бы тут не был. КПК. Так, погнали. Троечка. Да, глубоко забрался. 3-0. Да ладно. Да я успею. Фух, успел. Так, пойдем еще посмотрим на эту капсулу. Жалко, у этих дронов нет автоматического возврата назад. Это было бы здорово, конечно. Да, вот еще что-то лежит. Че, КПК. Бортовой журнал капсулы. Все, больше тут ничего нет. Отлично.
Так, база. Останкинского остального пассажира. Иди нафиг, акула. Так, ну чего. И по газам. По пути что-нибудь пособираем. Титан. Титан, неинтересно. Акула, иди нафиг. Ох ты, что там внизу. Давайте нырнем, посмотрим. Яйцо существа не надо. Ай! Кто это? А, я полип, влип. Нафиг. Потом заглянем. Успеем? Нет, не успеем. За 30 секунд не успеем до базы. Сейчас вдохнем наверху. Так, вот наша база с вынесенной комнатой сканирования. Отлично. Так. Вот там дальше еще два блока данных есть. Давайте поищем. Сейчас связь установится. По-моему... Связь работает, по-моему, на 500 метров. Слушай, ящик с данными я тебя уже обшарил. Какого хрена? Ну, погнали туда. Блин, они рядом были. Да. Ну, ладно. А, я тут был. А, я здесь был. Так, уже пошли помехи, видите? То есть тут можно уже потерять камеру эту. Ай. Да блин. Все, я потерял. Ну посмотрим. Сейчас связь установится, все нормально. Где-то она уже на грани у нас, да? Ну ладно, висит и ладно. Так. Ракеты собрал. Металлолом. Металлолом пойдем переработаем. Так, я пока набиваю все это дело в шкафы. Туда, все туда. Так, батареечка у меня есть. Сигнальная ракета нафиг не нужна. Все. Так, а на улице между тем установилась ночь. Давайте почитаем данные. Чертежик я какой-то добыл. Кофейный торговый автомат. Синтезирует кофе. Слушайте, интересно. Два титана. Давайте повесим. Причем повесим у меня в моей жилой каютке. Так, аптечки. Аптечку цапнем. Пускай строят еще. Ночь, красота, но надо прожектора повесить. Так. Ну, вот это вот будем считать, моя каюта будет. Ее мы и будем обставлять всячески. Всячески красиво. Вот как-то... Ну, нехай так. И откуда тут забирать-то? Что-то как-то не похоже на то, что он синтезирует. Смотрим. Да, есть. Настоящий итальянский эспрессо. Разбавленный невкусной американской водой. Ну, как-то не особо он восстанавливает. Ну-ка, еще.
Что-то как-то он не восстанавливает. Ну ладно. Неважно. О, мигает. Координаты прилагаются, да. На какой-то жуткой глубине затонуло. Ну ладно. Так, ну что? Воды нету. Тут, я думаю, тоже воды нету, да? Да, нету. Ну, нету, я нигде не оставлял вроде как. Надо ловить рыбу с водой. На кофе, как мы поняли, надеяться. Пойдем еще раз попробуем, сколько она дает. Ну, по-моему, оно так, чисто видовое. То есть оно бесконечное. Тут нигде не показывается у меня, сколько воды не показывается. Ну, сейчас посмотрим, сколько она даст. По-моему, нифига она не даст. Так, упала. Да, 4 она воды дает. Фигня. Это так чисто, чтобы от жажды не сдохнуть. То есть нам нужно рыбку поймать розовую. Обязательно. Так, кварц. Ну, если по пути попадется. Либо кусок коралловой трубы, чтобы сделать воду такую из антисептиков. Трубы я, честно говоря, тоже не вижу. Быстро доплыл. Это радует. Так, вот там я вижу всплески этой пещерной акулы мерзкой. Так, а здесь есть возможность, тут дверь есть, которую я лазерным резаком вырежу. В прошлый раз я тут обшарил все, да, но лазерным резаком я не вырезал дверь, у меня его не было. А ящики, она на ящики реагирует, видимо, на те, которые уже были от мной обобраны. Она их показывает. Так, в жилище кончилась энергия. Ну, это понятно, там работает комната сканирования, она... Ух ты ж! Это ж мерзкая. Кусака. Я за ней гонялся, пытался отсканировать. Все. Отлично. Так. Я могу это вырезать? Не могу, да. Да, странно, ну ладно. Я думаю, могу. Можно было просто открыть. А я тут морочился, да? Горшок для растений. Скамья. Так, кислород пока есть. Отлично. А, вот тут дверь можно вырезать. Да. Так. Воздуха половина. Как бы мне еще не пришлось наверх драпать с бешеной скоростью. Но этот обломок будет уже обшарен. В прошлый раз меня только вот эти двери остановили. Ну, в одну я почему-то... Нормально. Вошел туда же, но с другой стороны. Давай, забирай. По-моему, я тут был. Слушай, я сейчас помру. Ай! Выпустите меня, выпустите! Черт. Ну... Все ресурсы потеряны. Я же резко без ресурсов.
Ну, до чего жадность доводит? Добро пожаловать на борт, капитан. Добро. Кварц остался? Странно все это. Ладно. Ага, и день. Окей. Непонятно, ну ладно. Я думал, что найденные ресурсы пропадают. Так, надо водяную рыбку поймать. Нет водяных рыбок. Трубу. Там акула прошуршала мимо. Но пока на глайдере плывешь, оно пофигу на самом деле, все эти акулы. Надо потом крюк сделать в сторону трубы коралловой. Так, ладно. Там еще что-то было. Я, по-моему, что-то упустил в какой-то момент. Тут дверь закрыта. И она не вырезается. Так, я сейчас опять застряну там. Надо подышать пойти. У меня, кстати, скоро батарейка кончится. Погнали. Так, надеюсь, последний заход на этот обломок, потому что, ну сколько ж можно-то? Ага, последний, там вокруг него еще набросано. Блин, а как так умудрился ничего не отсканировать? Так, хорошо, я поплыл сюда. Я поплыл направо, тут искрится, вот я вырезал. Так. Фрагмент сборщик транспорта, красота. Два из трех, еще один фрагмент надо. Так, тут ничего. Фрагмент лазерного резака, но это чисто титан мне. Фрагмент сборщик транспорта. Все. С мотыльком нас. Так, и в эту шахту я вот сунулся и тут застрял, потому что в ней ни хрена нету. Да. Все, обшарено. Ничего хорошего тут больше нет. Нет, ну, возможно, вон то я могу пропульсионной пушкой отодвинуть. У меня ее нет. Я ее выложил. Ну, значит, все. Так, стоп. Что-то я могу посканить. Вот она. Стеллаж для растений. Вот теперь точно все. И вокруг сейчас гляну. Вроде там немножко оставалось чего-то. Я там видел, что-то утыхалось такое. Из того, что у меня уже есть, возможно. Возможно, там фрагмент глайдера, фрагмент там еще чего-то такого. Но надо дособрать. Вон круглая валяется, вот я про нее. И тогда в сторону базы уже биореактор, да, он у меня уже есть. Ну, это титан. Давайте еще тут посмотрим. Так, вот там мерзкая рыба, я вижу. Металломчик. Ну, где-то тут закопалась. Высовывайся уже. Вон она рычит. А, вот еще фрагмент биореактора. Металломчик. Я зачищаю обломки, чтобы на них не реагировала комната сканирования. Если я буду сканировать обломки, чтобы она на них не пищала. Ну и потом, титана много не бывает. Что если я вылез, я обзаведусь. А, инвентарь полон, все. Плавает, плавает панцирная крокозябра. Погнали. И что нужно? Нам нужно еду. Еда. Есть. Сейчас вдохнем. А воду мы сделаем, если коралловую трубу найдем.
Такая получилась серия про сбор ресурсов. Так, пошли в сторону базы. База. База там. Тут плавают сталкеры. Ага, нашел один такой трубу. Мне нечем ее ловить. Тут надо еще попробовать найти зуб сталкера. Но не в этот раз, видимо. Так, это я очень вовремя. Перенос у сталкера завис. Да, мне даже рыбку без толку водяную ловить. Потому что мне ее некуда засунуть. Ну ладно, за трубой мы сплаваем, труба рядом. Так, над нами капсула. Так, еще я плыву к камере, кто бы знал, да? Вот она, труба. Так, скунсы. Базу будем еще расширять обязательно. А зубы сталкера мне нужны для обсерватории. Я вот сюда ее поставлю. И будет хорошо. Так, и надо вернуть нашего дрона. Он свое дело сделал. Так, выгрузимся сначала. Так, титан. Титан. Еще титан, надо же. Сколько я насобирал-то? И опять какое-то радио пришло. То есть, ну, сюжет бьет ключом. Так, рыбку жарим. У нас жизнь голодная. Так, вроде все. Так, рыбку едим. И у нас гора титана, которую мы, честно говоря, сейчас не знаю даже куда положим. Все не влезет. О, зуб сталкера. А, ну да, один тут вроде был у меня, да? Сюда. Сюда никак. Все. Надо еще ящики делать. Так, ну пошли сообщение слушать. This is LifePod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Это четвертая капсула, это та перевернутая, которую я уже находил. Странно, что у меня на нее что-то пришло, потому что... Ну, я ее уже нашел. Ящик сдан, но я туда еще не плавал. Ну ладно. Наверняка это где-то возле сталкеров, да? Они будут моей камерой играть, как хотят. Давайте поглядим, что это за ящик с данными и что там есть. Так, 38 минут уже, да. Про серию закруглять. Дольше будет все на стриме. Ну, нормально так, нифиговый такой ящик с данными, слушайте. В общем, ящик с данными где-то там. Бам. Это вот, это сталкеры. Чтобы им суслики-то приснились. Так. А ящик с данными вот здесь. Пойди найди называется. О, у меня энергия-то уходит. Давайте зайдем посмотрим, если он открытый ящик с данными. Он открытый ящик с данными. Все, за меня сталкер взялся. Отстань, противный. Все, потащил. Все, уходим. Камера 1. Все, на альфу. Иди на альфу. Хотя, я вот эту штуку не находил. Поэтому давайте мы тут спрячемся. Под сенью. Ай, уйди, сталкер. Вот тут. Да хрен ты меня отсюда выцарапаешь. Не, пинает, да? Так, подождем. Не, вытаскивает. Ну вот. Как тут, зараза, спрятаться, а? Он меня зубами держит и несет куда-то.
Вот любят они играть всяким железным, да? Так, ладно. Уходим, 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 уходим. Так, мне нужна база, 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 база. База. Блин. Ну, в общем, сюда лучше не плавать этой штукой. Вон там был ящик с чем-то хорошим внутри. Ну, отпустите меня уже, сталкеры. Причем он плывет задним ходом, похоже. Так, ладно. Опять из капсулы троечка. Лес сталкеров. Вот, одним словом. Ладно, мы туда сплаваем сами. Сейчас дроном вернем на базу. А сплаваем к сталкерам самостоятельно. Блин, там еще сталкер. Обалдеть. Между тем наступала ночь. Так, все, вот моя база. Ну, что можно сказать? Во-первых, мы добыли чертежи построителя подводной лодки. И в связи с этим нам теперь хорошо. Все. Отключились. Сканирование врубаем. Потом еще зубы сталкера поищем, да. Вот, мы можем строить построитель транспорта, и на нем мы можем построить мотылек. Так, хорошо, для растений, да, стеллаж для растений, это все, конечно, прекрасно. Но самое прекрасное, где оно, где оно? Где наше самое прекрасное? Легкий баллон высокой емкости? А, у меня кислородная высокой емкости. Ну, по-моему, то же самое. Вот сборщик. То есть сборщик и мотылек. Все для этого у нас, в общем-то, я надеюсь, что есть. А на этом все. До новых встреч.